Здравствуйте, дорогие мои. Значит, помним, да, что такое мудрый в самом простом объяснении. Это некое соединение пальчиков в рук для того, чтобы произошли эффекты. Естественно, эти эффекты, они стоят того, каких усилий человек вкладывает в их формирование. То есть медитация, стабильное состояние, вызывание эмоционального какого-то внутреннего потенциала. Ну и, соответственно, те мудры, которые делает человек руками, что-то должны производить. Но было отмечено, что чаще всего человек хоть делает мудры, хоть нет, они не работают. А почему? Давайте разбираться. Дело в том, что у нас история мудр, она лежит гораздо глубже, чем нам об этом рассказывают. Она зиждется и на алфавиты, то есть на всех числовых, на буквенных обозначениях этого мироздания, и на энергиях, и на энергоинформационных телах, и на том, как у нас эти тела подпитываются, какой энергией, и на том, как управлять своей эволюцией с помощью мудр. То есть это огромный пласт, который, конечно, я решила затронуть для того, чтобы более или менее в этом вопросе разобраться. Итак, очень часто во время медитации, либо просто, да, человек, работая с мудрами, он делает несколько телодвижений. Ну вот, например, берет там пальчики, да, соединяет каким-то образом. Но почему же не работает? У нас организм воспринимает хорошо только то, что правильно направлено, то есть в правильные локи или, так скажем, на правильные части нашего тела направлена какая-то энергия, и организм впитывает. Если же потенциал направляется абы куда, организм его не воспринимает. То есть наши оболочки, которые есть, соответственно, физическое, эфирное, астральное, ментальное, казуальное, душа, дух, восьмое тело совести, божественное, девятое тело языковое, но о них мы еще сегодня немножко подробнее поговорим. Они все готовы принимать энергию, будем правильно говорить, потенциал, потому что слово «энергия» — это новодел. Оно появилось вот вместе с наукой в XIX веке. А у нас до науки была тривия, которая созидала мир. То есть мы благодаря какому-то движению, дыханию, аромату, звуку, любой волне, потому что свет, цвет, звук, практически все есть волна. Естественно, раз это так, мы могли знания применять, пусть даже этих самых мудр, для того, чтобы что-то полезное делать в своем пространстве. Ну, для себя в первую очередь. Чем интересен потенциал? Как у нас по праву рождения все, абсолютно все способности заложены. То есть мы все потенциальные. Но с течением времени на том потенциале, который дан по праву рождения, мы живем, мы бодрствуем, мы выполняем какие-то социальные задачи, рожаем детей, женимся, там, делаем какие-то свои дела. И в определенный момент, когда заканчивается потенциал, физическое тело останавливает свою жизнедеятельность. Так вот, что же мы такое делаем или не делаем? Что вот такой быстрый конец, потому что все задатки, все возможности, способности, самые волшебные, самые невероятные, которые описаны в самых детских, даже сказочных книгах, это все правда. Но нам не хватает потенциала. Я сегодня немножечко расскажу, как взять этот потенциал и проявить те или иные способности и возможности за счет мудр, с помощью мудр. Так вот, я начала с чего? Что у нас на теле есть части, которые легко воспринимают потенциал, и он может войти в организм. Любая вогнутость на теле — это любые цары, любые складочки наши, морщиночки, любые пологие места, похожие на вогнутости — это все равно те энергоинформационные места, через которые может войти потенциал. То есть если я, наоборот, возьму округлость плеча и воздействую каким-то потенциалом, то мой организм его не возьмет. Он начнет его отталкивать, несмотря на то, что он даже может быть с ним сродствен, то есть с одинаковой вибрацией. Соответственно, получается, нужно знать места, как воздействовать на свой организм для того, чтобы этот потенциал вошел к нам, и мы могли что-то с ним сделать, то есть проявить врожденные, дарованные по праву рождения те или иные возможности и способности. Если мы говорим о мудрах, то эти места тоже есть.
Вот я обратила внимание, что практически во всех источниках, ну только там 17-18 век, небольшие упоминания в старых книгах есть, но большинство мудр, они все зиждятся на том, что вот так подушечки каким-то образом там пересекаются. Ну вот так, да? Но это вброс, это ересь полная, и те, кто работает с мудрыми, для них будет эта информация интересна. Так в чем же правда? Если мы смотрим на свои ручки, то у нас есть вогнутости и у нас есть выпуклости. Основные выпуклости – это подушечки. То есть подушечки всегда излучают. Когда соединяют вот так, это получается два излучающих начала, и ничего не происходит. Да, искра какая-то есть, но для организма она бесполезна. То есть это как кремень. Когда мы соединяем две подушечки, потенциал, который заключен у нас в пальчиках, он объединяется и коротит. Вот почему тепло становится. Вот когда подушечки соединяешь, ощущение такое легкого тепла, как искры. А почему? Потому что, еще раз, сталкиваются два направляющих потока. Все выпуклое излучает, все вогнутое принимает. А где же у нас на пальчиках то, что принимает? Это там, где у нас начинает расти ноготок. Вот в этом месте. Вот здесь. Поэтому любые мудры, почему они не работают? Потому что формируются соприкосновения друг с другом пальчики неверно. Неправильно. Если мы хотим получить какой-то эффект, то мы должны соединять либо вот так, то есть подушечкой одного пальца мы накладываем на вогнутость в основании ноготочка, либо вот так. Ну и все остальные пальчики тоже так же. Но знать технику и не понимать, какая энергия к чему ведет, это бесполезная техника. Потому что если ты знаешь какую-то прикладную вещь, но не понимаешь, в какой области ее применить, она очень быстро выветривается из головы. Всегда все должно ложиться на субстрат, на какую-то основу, которая даст плоды, и мы, соответственно, можем двигаться и проявлять тот или иной потенциал. Я начала с того, что у нас пальчики, они засинхронизированы у нас с тонкими нашими телами. Я изначально сказала, что у нас есть физическое тело, астральное, ментальное, казуальное, душа, дух, восьмое тело совести, божественное и девятое языковое. Я немножечко коснусь каждого из них для того, чтобы вы почувствовали, какой потенциал каждый из них несет и как благодаря мудрым мы можем с ними взаимодействовать, напитывать и выполнять некие компенсаторные действия для того, чтобы оздоравливаться, омолаживаться, спецэффекты различные. Личное, вспоминание своей прошлой жизни, сон во сне и так далее. То есть все это благодаря мудрым можно пригласить в свою жизнь. Каким образом? Значит, у нас с вами тела. Но физическое тело я не объясняю, да, это понятно, что оно у нас есть, и мы с ним более или менее знакомы. Хотя ввиду отсутствия иннервации органов, то есть мы свои органы не чувствуем, мы зачастую как в дремучем лесу со своим физическим телом. То есть мы вообще его не понимаем, не чувствуем. Но Бог с ним, да, будем считать, что мы примерно понимаем, что такое наше физическое тело. Дальше идет эфирное тело. Это вторая наша оболочка, которая ответственна за обоняние, за температуру тела, за осязание в целом, за оберназальную область, то есть излучение аромата. Это все у нас отвечает эфирное тело и так далее. То есть все тонкие чувствования относительно вкусов, запахов, ароматов и всего-всего, это все у нас эфирное тело. Дальше у нас идет астральное тело. Наша следующая, третья оболочка, которая отвечает за эмоции. Эмоции, к слову сказать, они еще дают возможность преображаться. Вот когда мы смотрим, например, на куколку, да, на гусеничку, которая потом становится бабочкой. А за счет чего это происходит? Почему она вдруг в красавицу превращается? Именно потому, что происходит гормональный взрыв. Гормональный взрыв – это работа наших желез, внутренней секреции. Раз это так, а эмоциональный план, он всегда влияет на наши железы. То есть через эмоции мы можем управлять своим преображением. Когда человек счастлив, он красивый, он цветущий, он улыбается. Когда грусть, согбенная поза, то есть человек сгибается, состояние лица ухудшается, ну то есть все мышцы начинают спазмироваться. Соответственно, получается, третье тело астральное помогает нам именно
преображаться, то есть не изменяться, а именно преображаться, то есть в совершенную форму себя же, но уже с какими-то определенными функциями, дополнительными, интересными, то есть со способностями, возможностями. Следующее – это у нас ментальная оболочка. Ну, тут уж куда деваться. Мы все в течение дня постоянно о чем-то думаем, о ком-то или о чем-то. Но интересно то, что мы сейчас мысли воспринимаем как блуждающие некие энергоинформационные конгломераты внутри нас, и мы их перевариваем постоянно. Но мысль, вот почему в космосе с нами не хотят общаться, с землянами? Потому что мы для них, вернее, наши мысли для них инфекция. Потому что мы вот этих паразитов ментальных постоянно на себе носим. Мысль в априори, она должна быть как некое знание. Вот я понимаю, что, например, завтра мне надо подняться в 6 утра. Я над этим думать не буду. Я понимаю, что это моя мысль, которая промелькнула. Она есть некое знание, которое я закрепляю в сознании и, собственно, к этому иду. Вот любая мысль, она как некое знание должна быть. А вот это вот то, что у нас блуждает постоянно внутри нас, вызывает эмоциональную нестабильность или какие-то еще такие не совсем позитивные спецэффекты. Это уже паразит. Его нужно сразу держать и понимать, ага, вот с ним я работать не буду, я работать буду с собой. То есть наше ментальное тело, оно что-то между размышлением и знанием. Вот это настоящие ваши мысли. Следующее, казуальная оболочка. Вот некоторые, когда я произношу вообще это название, название этого тела, даже сложно запомнить и выговорить. Но будем говорить так, кристаллическое начало в человеке. Это именно судьбоносные какие-то вещи, которые заданы в нас по праву рождения. Естественно, мы строим судьбу сами. Каждый момент времени мы простраиваем тот или иной шаг последующий. Мы руководим своей судьбой, я точно это знаю и всегда знала, что это так. Но есть некие вероятности, которые однозначно по судьбе нам прописаны. Ну, например, встретить любимого человека, родить ребенка, там, переехать в какой-то город, в котором что-то будет случаться судьбоносно. То есть будут предлагаться вероятности, человек либо соглашается, либо проходит мимо. То есть вот все, что у нас задано судьбоносными нашими вот этими вот дарами, это как раз у нас казуальное тело, кристаллическое начало, душа. Наш сахарный человечек, который у нас находится в сердечке. Но о нем говорить, что уж говорить, я думаю, что каждый чувствует свою душу, как она проявляется, какими милосердными поступками, чувствами, идеями, как она к людям энергетически тянется, как она обнимает всегда своих близких. Про душу говорить, я думаю, не стоит. Это шестое наше тело. Следующее, седьмое тело — это дух. Естественно, мужчинам проще осознаться и понять, что такое дух, женщинам, ну, наверное, какие-то жизненных обстоятельств, каких-то эмоциональных своих переживаний, тоже духовное начало приходится искать. Но с духом, я думаю, тоже все более или менее знакомы. Восьмое тело. Вот обнаружена закономерность, когда на тонком плане смотришь на людей, у них восьмого тела. Еще одно такое интересное замечание, что принято говорить «тела». Но тело — это разумное существо, это часть нас, которая уже сформирована как некое мыслящее существо. То есть она нас дополняет, и мы как матрешечка становимся. Везде и всюду про матрешку сказано, и наша аура, она действительно вот такая есть. Но никто не говорит про оболочки. Вот оболочка — это просто конгломерат родственных энергий. То есть вот просто набор вибраций, еще не сформированных в тело. И, естественно, когда мы смотрим физическое тело, эфирная оболочка, астральная оболочка, ментальная оболочка, казуальное тело, которое сразу по праву рождения у нас есть на судьбоносном уровне. Душа — это тело, дух — это дело, и, соответственно, дальше восьмое — это не тело, это оболочка. То есть в тело превращается тогда, когда человек работает.